Сестра получает деньги от бывшего мужа на содержание их ребенка. Как она должна расходовать эти деньги? Может ли она с этих денег покупать что-то своим детям? К примеру, отец хочет, чтобы его ребенок хорошо питался, но сестра не сможет на таком же уровне кормить и своих детей. И не хочет детей отделять. Одного кормить хорошо, а других нет. Как быть в такой ситуации? Бисмиллях, альхамду лиллях, вассалату вассаляму аля расулиллях. В таком ситуации, да, отец должен обеспечивать своего ребенка, если они развелись. Или даже, например, муж умер, нет имущества для ребенка, и дедушка должен обеспечивать своего внука. Ну, сейчас здесь вопрос, отец обеспечивает своего ребенка и дает деньги для ребенка и говорит, хорошо корми. Имеет ли с этих денег она права кормить своих детей? Не его дети. Не его дети. Он своему ребенку дает деньги. Угу. Не его дети, имеет ли он кормить, право? Она должна разрешение брать у него. Что? Да, я буду с этих денег тоже то, что приготовил, кушать, чтобы вместе всем давать, отделить нашего ребенка с тобой. Я не могу, хоть для тебя они чужие, но для меня они одинаковые дети, хоть от другого мужа. Если муж разрешение дать, можно. Если нет, если не хочет, а ты пусть кормит, то тоже как их, как свои другие детей, и не расходуй его деньги, если муж не разрешает. Аллаху алям.